Значит, далее говорят, вот эти дозики, этот Никита меня такого, там, а такого, как зависть, нет. Нету такого, блядь. Ну вот смотри, вот допустим, вот он, приехали сюда с Рашки, в G1, приезжают студенты, я тоже G1 студент. Я, Антон Буйнов, я Чичинковский, я под G1 не приехал. Значит, что, они, короче, вот приезжают, и кто это там, что ли, сейчас Киосаки рассказывает тоже, что, ну, я, ну, иногда, да, я там делаю, да, просто такой пример, не про Голливуд, а вот такой пример. Сейчас, 2021 год. Да. А там кто-нибудь, блядь, хотел там сделать себе здесь какой-нибудь доход, знаешь, чтобы этим подтонуться в Рашку, что ли. Смотри, там в этот, в Яровое свое, этот Никита Гробовский, он типа с Ярового, рядом с Новосибирском. Я с Волгограда, там. А он, может, москвич будет. Ну, туда, потому что я в Америку приехал, смотри, где вам стоит, там всем что, а, видишь, сделал деньги, что, как бы, аутстейк. Окей, а это больше делает. Ну, а это понятно, что сделал больше, это хульный. И а он этот начинает мутить пидорок, чтобы его заводить. Почему из зависти, из желания понта потом, что этого слил, а сам потом понтанулся, рассказал, что типа бабки себе здесь сделал. Куда обращу? Куда же? Потому что если это сделать, там он будет это понтоваться под обращением и сказать, ну вот Антон Буйнов, вот он сделал. И этот это знает, что ты нам выебываешься, понимаешь? А он меня завалил, пытается понтоваться. Подожди, чтобы он так не сказал, что он туда понтовался, подожди. Это Питорятина, Никитушка, это. Вы скажете, ну хуя он это делал? Он педик. У педиков другая совсем психология. У них как? Мозг отсутствует. А что они делали? Они его выебали, свой мозг, блядь. Да, блядь, на, наверное, пылесосы, блядь. Понятное дело, что, знаешь, под нос. Через нос. Ну давай, значит. У меня, видишь, выпал даже этот изумрудик. Выпал. Ну, знаешь как, выпал перед боем. Файт! Как? Бурики проклятые. Значит, Интерпол, шахт. Чело ебаная по ней позорная. Они там бедные несчастные виды словно с дедом остались. Что как вытворяют как. Нет, смотри, что, а я их прессую теперь, знаешь, в отместку за то, что они меня убили там год за годом, день за днем, час за часом. Потому что у них была зависть. Как вот золото пытались захуярить ее родственницы. Вот здесь я уже поясняю вам самым паттерном. Ты словно соберись! Ну-ка, не расквашивайся, я Антон Буйнов, я говорю. Нехуй было меня пытаться задрачивать в толпе одного ни за что, из зависти. Я, Львовна, Буликов, те, кто одного задрачивает, больше всех ненавижу.
Больше всего и больше всех в мире именно я, Антон Буйнов, ненавижу. Больше всех в мире, кого угодно взять, я, Антон Буйнов, больше всех в мире Буликов ненавижу. Еще до того, дура ебаная Львовна, как вы в открытую начали меня там атаковывать. Уже до этого ненавидел больше всего. То есть ты представляешь, Львовна, как вот попали, начав меня атаковывать? Меня накатит, накатит у меня живя. Вот же моя бабуля, матуха и деда. Из зависти. Какие же мы шахи, блядь, ебаные. Пиздец тебе, Бумна. Я, Антон Буйнов, тебе говорю. Вы меня бесите. У меня же это сохранилось, правильно? Что оно как я это там присаду, но это разобрать, но вот это вот ваше, правильно? Вот эти оскорбительные ваши выпады, шахи, вы ебаные. А мы так что? Что? Что ты? Шапка! Ты шапка, Львовна! Ты шапка! Ебаная, ты труп, Львовна, ты труп! Львовна, ты труп, Львовна. Я, Антон Буйнов, тебе говорю. Шавка, ты ебаная. Ты мне не мать, шавка, ты ебаная, Львовна. Шо ж тебя оскорбительные твари? Лида, Львовна, дед, блядь. Я не бедный, несчастный, понимаешь, я их прессую, они там остались. Ага, и сюда полезли меня из зависти дальше атаковывали. Сюда, мутить проблем в Нью-Йорк-Сити. Бедные несчастные, а я их прессую. А, вы должны были как вот уйти в монастыри, додики, а вы пошли меня атаковывать. Вы сами себе шашки, вы ебаные, вырыли костер, на котором сгорите. Шошки вы ебаные. Меня Эрика Рыжего они атаковывают. А, окей. Ну, ебанем их, знаешь, как викингов. Как бы. Только без ладьи, потому что это трусы. Сожжем на костре. Не, бабушка спала на свидетель, что ли. Конечно, я тоже знаю, что я там обладаю. Я так уводит, потому что я читаю, все друзья помню, читаю. Свободно от школы, университета, время. А в школе я отлично вообще, да. Третья гимназия, самое прекрасное. Прошу. Я теперь там отлично. На Олимпиадах я побеждаю. И в неклассной деятельности участвую. Причем, ну, всем поэтому, я думаю, везде забыл. Я, Антон Буйнов. Причем, плюс еще по всему я тогда, кстати, пить просто гуляли меня по кругу. Я с 15-19, я с этого пил. Я знаю, сказал, что и тогда. Ну я могу его, я хочу съездить, но мать тебе все равно не мог. Почему на матке смерти воняет, а вы не надо, не бомжа, а как же его нахуй. Бомжа нахуй. И воняет еще с пивой и мусором. Скорота, ты труп, шавка, Львовна ебаная.